Всем лунный привет, с вами Лунный Монах, и сегодня мы поговорим про Легион. Из-за Дона в Аддон кочует устойчивая фраза «раньше было лучше, трава была зеленее» и тому подобное. Но на дворе Легион, и я хотел бы высказать свое мнение по поводу этого аддона. Сможет ли он посоревноваться с такими гигантами, как Ванила, Бёрнинг Крусейд и Лич Кинг аддоны? Хочу подчеркнуть, что с момента выпуска Легиона количество подписок стало равняться отметке 10,1 миллионов игроков. Вы только подумайте, с 5,5 миллионов Дренора до 10 миллионов Легиона. Игра была продана в количестве 3,3 миллионов копий в первый же день и стала самой продаваемой игрой на ПК. Это сопоставимо с рекордными показателями дополнения Катаклизм, а спустя некоторое время количество подписок стало равняться 12 миллионам. Нельзя не отметить потрясающую сюжетную линию в Легионе. Да, пускай для этого потребовалось убить пару-тройку легендарных персонажей, но ведь оно того стоило, да и мы знаем, что Метелица может в любой момент вернуть каждого из них с помощью магии Великого Вжуха. Как по мне, в Легионе можно всегда найти чем заняться. Да, в других аддонах тоже было чем заняться, но тут же количество возможных площадок для траты свободного времени просто зашкаливает. Давайте перечислим некоторые из них. Например, выполнение локальных заданий, прохождение эпохальных подземелий с ключом, прохождение актуальных рейдов, всепожирающий Маунт Фарм, Голд Фарм, включающий в себя также прокачку профессии и прочая мелочевка. Действительно, все это выглядит очень круто и в деле. Когда я захожу в игру, хочется выполнить сразу все, но приходится чем-то жертвовать в связи с ограниченным свободным временем. И если сравнивать аддоны, то Ванила и БК не смогут посоревноваться с Легионом по многим параметрам. А Лич Кинг уступит Легиону только лишь из-за отсутствия гибкости в плане выбора площадки для траты времени, то, о чем я говорил выше. Плюс к этому не стоит упускать из виду тот факт, что в Легионе добавлена еще и куча различной мелочевки, будь то прокачка артефакта или говорящие головы квестгиверов. И, как мне кажется, это одновременно и минус данного аддона. К сожалению, я вынужден сказать эту фразу. Это не тот вов, что был раньше. Все же лично для меня, раньше трава была зеленее, несмотря на очевидные плюсы Легиона. Blizzard так яростно следует за рынком, что внедряет вов все больше и больше всякой штуки, разбавляя тем самым саму атмосферность игры, которая так дорого мне. И напоследок, я хочу отметить, что Легион — это аддон, идущий в ногу со временем. Играя в это дополнение, вы всегда найдете чем заняться. В это дополнение вложено колоссальное количество сил, и в него стоит поиграть. Но Лич Кинг останется в моем сердце навсегда. Помните, все, что сказано в этом видео, это всего лишь мое личное мнение. Оно может расходиться с вашим мнением. И если это так, то напишите в комментариях, чем именно вам понравился или не понравился Легион. Ну а на этом видео подошло к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Лунный Монах, и всем до скорых лунных встреч.